Вся Україна останні півроку пильно слідкує за новинами зі Сходу. Багатьох родин торкнулася ця неоголошена війна. Коли військові варились в Іловайському котлі, Зінаїда Павлівна навіть не підозрювала, що і її син-сердечник знаходиться в самому серці пекла, а онук знаходиться на лікуванні після страшних тортур, яких зазнав у підвалах Донецьку. Сусіди і знайомі вже потім, коли жах скінчився, бачили хлопців Чайковських у новинах центральних ЗМІ. Проте жінці нічого не говорили. Они все видели, не все знали, а я ничего, потому что был приказ ни слова нигде не говорить, чтобы до меня это не дошло. Это идет, соседка плачет, не является до меня, я думаю, что она ничего не надо меня не идет, я думаю, что она не идет. Сьогодні найрідніші люди разом за святковим столом. Найстрашніше в житті їхньої родини – позаду. І історії їхніх випробувань звучать не так страшно, враховуючи, що зараз чоловіки сидять поруч, живі. У цій передачі вони розкажуть, що насправді з ними трапилось на Донбасі. Ігоря Чайковського в Україні знають як заступника командира взводу батальйону «Донбас». Його позивний – артист, оскільки в цивільному житті чоловік керує ляльковим театром. З 2010 року родина, дружина і п'ятеро дітей переїхали на постійне місце проживання в Донецьк. До цього часу де Ігор Олегович тільки не був. Навчався у Владивостоці, служив у Німеччині, працював в газеті в Краматорську. Проте рідне місто артиста – Коростень. Ой, ну смотрите, самое интересное, что, наверное, многие коростенцы, которые меня могут помнить, они меня могут помнить как Чачу. Отличился чем? Я играл в баскетбол здесь. Я играл не только за свою школу в баскетбол, я играл за город в баскетбол. Некоторое время я послужил здесь в воинской части, но не нашел себя применения в ней, потому что уже в то время, за два года, уже успели из армии сделать непонятно что. Я уходил, плевался. Я говорил, это не армия, это... бред какой-то. Какие это года были? 93-й год. Потом я работал здесь в частной фирме, в охране. То есть после этого у меня вот здесь внизу, вот там, где сейчас что-то по энергонагляд, у меня там кафе было, «Оазис». Может быть, кто-то помнит и «Оазис» мой, в который приходили. Я знаю, что у меня зимой люди на улице стояли, иногда ждали своей очереди, потому что им нравилась домашняя пища, которую мы готовили, атмосфера. Я знаю, что многие оставались по вечерам. После 11 часов мы закрывали дверь, я брал гитару в руки, я пел внутри. Вот многие приходили просто послушать это. Я не знаю, может быть, люди помнят это, а может и нет. І Ігор Олегович, і Артем закінчили міську гімназію, тоді ще школу номер 4. Обидвох Чайковських тут запам'ятали як веселих творчих хлопців. І по сьогодні батько і син йдуть по життю з піснею. Ось артист незадовго до битви співає товаришам зворушливу про Афган. А затем ксиви і ордена, і жестокий душевний надлом, где надежда уйдет, как жена, все потом. Все потом, а покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки. В обороне разведчики кто? Смертники. И опять наблюдательный пост знать дает о подходе врага. И неделя до вывода войск. Кандага. Це відео було записано незадовго до тієї самої найстрашнішої битви нашого часу на нашій землі – Іловайський котел. Ось як його висвітлювали ЗМІ. Говоримо про найболючіший провал антитерористичної операції. О том, что киевские власти нисколько не заботятся о своих бойцах, попавших в окружение под Донецком, сегодня стало очевидно даже для сторонников карательной операции в Донбассе. Іловайськ повинні були штурмувати 800 чоловік і бронетехніка Збройних сил України. У підсумку, з різних причин місто довелося брати набагато меншими силами. Зараз можна назвати і кількість – 340 чоловік. Тіла багатьох і досі на місці бойового пекла. З росіянами велись переговори про коридор. Тепер уже відомо, що злощасне. Вони виїхали там на 500 метрів, їх обстріляли. Невідомою залишається доля українських бійців, які рухалися в колонах через коридор, що мали утворити бойовики на прохання російського президента. Вони б мали пройти зеленим коридором, однак досягнуті домовленості вкотре порушили сепаратисти та російські військові. Основну частину наших військ, а саме добровольчі батальйони, терористи не збиралися випускати від с самого початку. Расскажите про Іловайськ. Почему его называют котел? Іловайський котел. А потому что нас там зажали, как в котле.
Потому что из-за предательства некоторых генералов, таких как Литвин, который освободил сектор Д, ушел просто, струсил и убежал. Или, может, он специально это сделал. Нас взяли в котел. Мы были в окружении. Это, наверное, самое страшное ваше воспоминание. Совершенно нет. Ну, у меня такой характер. Самые страшные воспоминания, у меня их еще в жизни не было. Как вы в плен попали, расскажите. Это, конечно, ужасно, с одной стороны. Во-первых, очень много товарищей и бойцов батальона, и мой командир роты, в частности, вот командир взвода разведки нашей из роты, погибли на наших глазах, когда мы выходили по этому... Уже теперь, как это сказать даже? Коридор смерти. Коридор смерти, да. А нам сказали, что это будет коридор, по которому мы спокойно можем выйти. Вот. Они просто обстреляли нашу колонну в упор, расстреляли всю технику, на которую мы ехали. А техника наша, как ни странно это звучит, наверное, у нас не было военной техники. Мы ехали на легковых автомобилях. Вот самая страшная техника, какая у нас была, это МАЗ, самосвал. На одной из таких машин, вот у нас два МАЗа было, там, по-моему, если не ошибаюсь, вот, ЗИЛ, это пожарная машина, из грузовых еще газон, по-моему, был, вот, а остальное это вот газельки, вот такое, легковые автомобили, там тачанка, вот у меня тачанка была там с пулеметным гнездом, а вообще это Nissan легковой автомобиль, то есть фактически... Техники боевой не было. Из самого тяжелого оружия это у нас РПГ-7В, если это можно считать тяжелым оружием, фактически. Вот. Они расстреляли нас, мы остались без техники, они четко били по технике, по нашей, только если что-то переговаривалось как-то так вот. А на одном из МАЗов вообще везли раненых, которые остались у нас после Иловайска, и там стоял флаг с Красным Крестом. И они по нему стрельнули сразу же. Они прямым попаданием просто убили всех раненых там. И... Они нас обстреливали, когда мы уже были в этом Красносельском, сидели. То есть мы взяли пленных их бойцов, они нас вместе с ними обстреливали. У тех бойцов такие глаза были. Эти пленные это были кто? Это... Россияне. Срочники? Как-то. Да, срочники, контрактники. То есть это... Понимаете, это ну, на голову не налазит вообще. Вот. И после этого кто-то говорит, что они братский народ. Да ну подождите, ну как братский народ? Даже если мы приехали бить фашистов, вы видели фашистские знаки, вы видели флаги фашистские, вы били по технике, по легковым автомобилям. Вам кто-то оказывал сопротивление, когда ехали в колонии? Нет. Мы, оказывается, сопротивление начали после того, как нас начали обстреливать. Вот когда я первые трупы увидел, когда я увидел перед собой газель развороченную, понимаете, и полтуловища валяющееся вот так вот на земле, и непонятно, кто это, потому что я даже не знал, кто в этой газели ехал. Просто по полю проехали, подъехали к Красносельскому, остановились там, спешились, и вот только после этого мы начали оказывать им сопротивление. И тогда мы уже подбили танки, взяли БТРы, взяли пленных. А они ожидали от нас, что мы руки вверх поднимем и все. Мы еще сутки держались, сутки мы не складывали оружие. Потому что нам обещали, что за нами придут, нас выведут, нас заберут. А в конце концов мы вынуждены были сложить оружие только по той причине, что с нами были ранены. И просто так взять, погибнуть, а от нас ничего бы не осталось. Потому что... Есть, вот я вчера видел в интернете, в Фейсбуке выложили мои товарищи, там они выложили фотографию этого поля. И с левой стороны уже сгоревший частный дом. Там небольшая возвышенность, на которой стояли дома, там около 8 домов или сколько, 7. И один дом через такой, типа, я не знаю, там, что там, овраг или что-то такое. И там дом отдельно еще стоял. А там не окопаться нельзя было, ничего нельзя было сделать. Просто так погибать? Ну нет. Но из-за этого вот сейчас 91 товарищ мой еще находится в плену. И главное, государство самоотстранилось, ничего не делает для того, чтобы их поменять.
8 дней, вот 8 сутки шли, когда я был в плену, 30-го, вернее, мы попали в плен, но ночь мы переночевали на поле открытом, а потом нас 31-го передали уже ДНРовцам, и они нас привезли. Хотя вам обещали, что вас не отдадут. Обещали, два офицера российской армии, я уже не помню позывной одного, второго ЛИС, а первого там Брест, не Брест, не помню. Вот уже не помню этого молодого. А что, так страшно попасть в руки ДНРовцев? Хуже, чем в руки военных? Смотрите, я сейчас просто объясню. Россияне, хочешь не хочешь, они приезжают, там фашизм, не фашизм, они есть россияне. А ДНРовцы, те, кто сидит у них там вот в верхушке, в ДНРовской, вы же должны понимать, что это действительно те люди, которые не хотят допустить обратно власть, те, которые мутят всю эту воду, те, которые все это делают, и попасть к ним вот из Донбасса батальона, которые они называют карателями, которые там женщин насилуют. Посмотрите видео, вы все поймете. Там есть видео, где написано, что подразделение Моторолы взяло нас в плен. Хотя совершенно не подразделение Моторолы. Прессинг был? Ну, да, прессинг был. Именно такой... моральный. Я говорю, возьмите просто для интереса, посмотрите это видео. К примеру, не захотел со мной разговаривать их товарищ, который на видеокамеру снимал. То есть он мне задал первый вопрос, мой ответ его устроил, а второй вопрос, он мне задал вопрос, я начал на него отвечать, и он ушел от меня, потому что этот ответ его не устраивал. Ми знайшли це відео. Воно не може лишити байдужим нікого, чиї рідні також там на сході виконують свій чоловічий обов'язок, захищають цілісність своєї батьківщини, як вчили в дитинстві ті ж уроки історії Великої Вітчизняної війни. Це канал Нова Русь, підрозділення легендарного Моторола. В Донецьку много пленних. Сейчас вы их увидите. Зачем ты сюда пришел? Я? Что ты здесь хотел? Целостность Украины сохранить. Что? Целостность Украины сохранить. Целостность Украины ты хотел сохранить. А зачем? Личный свой выбор. Понимаешь? Я не хочу твоей Украины. А ось черга відповідати на запитання доходить до артиста, героя нашої передачі. Откуда? Кременчук. Че ты сюда приперся? Я тоже думал, что целостность Украины – это хорошо. А смотри, целостность Украины, цену и убийство граждан Украины – это плохо. Это плохо, да? 100%. Ты это осознал? Я это знал, и я считаю, что политики, которые развязывают… Не, ну если ты это знал, зачем ты взял оружие и пришел убивать мирных граждан? Ну, я скажу честно и откровенно, я должен был выполнять милицейские функции. То есть это значит… Они все должны были выполнять. Вот этот не раскаивается. Я не хочу убивать. Ты у меня пятеро детей. Посмотри на него, этот не раскаивается, он снова пойдет убивать. Подібних допитів, записаних на відео, в інтернеті багато. Одні гуманні, інші не зовсім. Проте в кожному випадку на полонених здійснюється психологічний тиск, приниження, образи. О, ты тоже, наверное, не думал, когда пошел такой, в такую службу карательную, да? Что ты окажешься тут, сука. А и бывало такое, что вы против совести шли? Бывали такие случаи? Да нет, против совести, наверное, нет. Против меня не попрешь. Совесть – это вообще самое такое, понимаете? Даже вот я скажу, опять же, я человек верующий, вот, и, ну, в Библии четко ясно написано, если совесть тебя не осуждает, то никто тебя осудить не может. Даже Господь не судит того, кого совесть осуждает, ну, не осуждает. Поэтому, наверное, против совести нет. Если сказать о том, что мне приходилось врать где-то чего-то там, ну да, наверное. Нет, я не об этом. Я о том, там обвиняли, да, когда в плен берут украинских военных, очень много видео в интернете, их обвиняют в том, что вы каратели, вы наши дома сжигаете. Тот же Донбасс, Айдар обвиняют в том, что это мародеры и тому подобное. Я на это очень просто отвечал. Я говорил, я этого не делал. И те, кто рядом со мной, они тоже этого не делали. Хотя, ну, давайте признаемся честно, есть среди людей, которые воюют в АТО, есть и мародеры. И козлы. Ну, да, есть. Козлы. А почему нет? Ну, почему, ну, вы понимаете, ну, нельзя сказать, ну, нельзя. Вот нет, Садовой мне понравилось, как он сказал, я был с ним в Харькове на встречах, он сказал, святые только там. Мы здесь святы только через Иисуса Христа.
вот, имеем свою святость. А так человек есть человек, человеку свойственно и ошибаться, и лгать, и воровать. И все. И, к примеру, ну, были люди такие. Я знаю, что есть такие люди, которые, извините меня, и повоевать толком не успели, но зато столько грязи льют на тот же батальон «Донбас», к примеру, да? Ігор Чайковський – сердечник. Його не приймали до лав Збройних сил, хоча він стукав у всі двері. Пішов в батальйон «Донбас». Там нікому не сказав, що має проблеми зі здоров'ям. Бути осторонь цих страшних подій, що коїться в Україні, не міг. Розповідає, що пішов не для того, щоб вбивати, а для того, щоб зробити все можливе, аби зупинилось кровопролиття. Зрештою, сам ледь не загинув. У полоні чоловік був у прединфарктному стані, практично без ліків. У меня был нитроглицерин там в кармане, который мне дали, но нитроглицерин, он мне совершенно, это, ну, это не мои таблетки. И приходилось пить этот самый аспирин. Они просто давали? Простой. Ну, были. Мне сахар давали. То есть мне дали сахар, когда я на допрос попал. Вот, и на допросе сидел, я сказал, ну, мне там, да, дали сахар. Потом тоже мне передали сахар еще. Нет, я, понимаете, вот можно врать, можно говорить все, что угодно, можно говорить как это. Вы поймите меня правильно. Враги – это, наверное, неправильно. Хотя, да, сейчас мы враги, но, поверьте, после победы нам придется жить с этими людьми и строить мирную жизнь. И многие из этих людей, они просто сейчас обмануты. Многие обмануты. У них точно так же есть человечность, они точно так же любят свою родину, как и я люблю свою родину, понимаете? Просто, ну, мы не находим общего языка. Иногда в семье два брата родных общего языка не находят. Я знаю, как они из-за комнаты или квартиры там дома люди судятся, дерутся, убивают друг друга, понимаете? А здесь все-таки два совершенно радикально противоположных вот, ну, мышления было. И я понимаю, что лучше всего было их накрутить, называв меня фашистом. Но когда люди видят, и мы общаемся, они понимают, что я далеко не фашист. И мой дедушка воевал, мой дедушка пришел, у него куча наград была. Он пришел с войны, он выполнил свой долг. Дедушка моей жены сделал то же самое. Причем тут это? А что такое плен вообще? Вот как это? Вот в подвале они сидят, пытают. Ну как? Я не могу сейчас рассказать, что для них. Когда я был, мы сидели в подвале. Особых пыток не было. Были те, кто страдал, там, местные, в особенности те, кто там родился в Донецкой области там, или рядом с Донецком. Вот. Это были те ребята, которые каким-то образом там засветились. Например, у нас был один парень, который сфотографировался, и там где-то был черно-красный флаг. Вот они его там к правому сектору все приписывали. Ну, в общем, то таким досталось. О себе ничего не могу сказать. Меня пальцем не тронули, не, ну, не трогали. Вот. Но сама атмосфера, представьте, 100 человек, 110 человек у нас сидело в подвале, и в этом подвале душно. Вот. Те, кто пойдет, покурит, покурит весь все это вот в дыму в этом. Воды. Свои курили или... Свои, свои. Ну, надо же людям курить, ну, если конечно. Они уже курят. Я против этого, конечно, я не сторонник того, чтобы курили, но все-таки. Вот. Потом сырость постоянная, непонятно откуда текла вода, туалет забит. Вот. А вода, которую набирали в бутылку, она поначалу была такая, как молоко. Надо было давать ей возможность, она отстаивалась, и вот эта она уже была такая. 7 вересня з полону було звільнено 15 осіб. Вони провели в підвалі СБУ 7 днів. Серед щасливчиків – артист Ігор Чайковський. Я говорю, це було, звісно, Божє чудо, тому що поміняли мене ще двоих наших парней, і це зробив наш грузинський товариш. От, чоловік, який приїхав з Грузії підтримати нас в трудну минуту, і просто огромная ему благодарность. Ну и плюс супруга моя, она не останавливалась, она просто делала все, что могла и не могла для того, чтобы вытащить меня оттуда. Честно говоря, если бы я еще побыл там некоторое время, то, наверное, тоже я мог бы уже умереть. Сердце у меня было на износ. Товарищи ваши еще много кто остался? 91 человек еще там и четверо из моего взвода. Это конкретно вот те ребята, которые в моем взводе. И самое страшное для меня – это как раз то, что я ничем не могу им помочь. Вернее, тем, чем я могу им помочь, я стараюсь им помочь, но для меня самый лучший, конечно, было бы,
если бы они уже вышли. Всю беседу з Ігорем Олеговичем його матір Зінаїда Павлівна сиділа поруч. Певно, деякі речі чула вперше. Рідні берегли її від переживань, проте материнське серце відчувало біду. Тебе треба було на вулицю відправити, щоб ти фактів не слышала. Нічого. Шучу. Yeah. Я ходив в Балаклаві, поки син був в опасності і сім'я була в опасності. Я ходив в Балаклаві і не відкривав лицо. Мамі ми взагалі дуже довго не розказували ні о чому. Мама практически совершенно случайно все узнала месяц назад. Я ночами не спала, мне сны снились, я не спала, я сидела, я не знала, что. И нигде ничего изненького, все люди знают, а я ничего, только кричать в телевизор, программы не смотреть. И уже когда уже в самом конце он приехал, я живой. Ну, уже приехал, сказал, да, что мама не волновалась, не переживала, это уже после Иловайска было. После всех событий, потому что уже просто сестра позвонила и сказала, уже маме сказала, и учительница первая Артемина там. Да, позвонила. И все эти самые, ну, скрывали не потому, что боялись там или еще что-то, скрывали, потому что маму волновать не хотели. Я знаю маму свою, я знаю, как это самое. Ну, теперь понимаю, что, наверное, может, надо было бы раньше сказать, то... Может, и меньше... Мама все равно волновалась, я это понимаю, мама чувствовала, мама знала. Історія про Іловайський котел, коридор смерті та полон – лише половина жахів, які пережила родина Чайковських. Нещастя трапилось і з онуком Зінаїди Павлівни – Артемом. Ніч з 30 на 31 травня молодому хлопцеві запам'ятається на все життя. Це сьогодні він посміхається, згадуючи ту ситуацію. Та тоді необачний патріотичний виклик в Донецьку ледь не коштував 23-річному хлопцеві життя. Кричав товаришу своєму, можна сказати, родственнику. Чому можна сказати? Зятю. Зятю, да. Мужу сестри моєї. Приветствие, слава Україні, героям слава, которая вызвала недовольство у персон, находящихся на площади Ленина в палатке. Спрашивают, почему вы на нашей земле кричите там вот эти бандеро-фашистские лозунги, там слава Україні, и еще и в поддержку вам кричат героям слава. Я, ну, на самом деле, да, это смешно, потому что, как некоторые в России кричат «Слава Путину», да, а мы в Украине кричим «Слава Украине». То есть, и на данный момент, и я считал всегда, и буду считать, что Донецк, Луганск – это всегда были и есть, и будут украинские земли. То есть, это почему я у себя дома не могу крикнуть «Слава Украине». Это было глупо, да. На тот момент это было... Материться можно, посылать можно, а слава Украине сказать нельзя. Это было глупо, потому что, грубо говоря, как мой отец сегодня говорил, это все равно, что где-то там в Берлине, да, во время Великой Отечественной войны крикнуть «Слава КПСС», да, то есть это приблизительно то же самое. Не успели мы убежать с Максимом, нас это словили, то есть... Те, кто на площади сидел, сказали, они тут кричали, там, они там свою лепту внесли, и нас посадили в газель. Вот, и мы уже не слышали, о чем они с милиционерами разговаривали. То есть мы видели, что они стоят с ними разговаривают. О чем, неизвестно. И нас привезли в этот, в облгосадминистрацию, в подвал. Ну, и там уже проводили активные... Действия воспитательные, я по-другому даже не могу сказать. А там потому еще что... кто-то был? Там с нами еще был парень, мы его не знаем, мы приехали туда, он уже там был. Вот. Кто он? О нем говорили, что он наркоман, но мне в это сложно поверить, так как меня и Максима называли наркоманом наркоман. Так же само. Да. А что ты это наркоман? Были за люди и что действия? Один был кадыровец, я не могу сказать чеченец, потому что чеченец – это национальность. Они обижаются. Кадыровец, это, кстати, чеченец. Да, кадыровец – это, грубо говоря, это милиционеры, наемники, да. Был один кадыровец, но, как ни странно, этот кадыровец был такой психологическое давление, то есть он ходил, наркоманы, потом правосеки, и потом… корректировщики там или кто, ну то есть все подряд. А лицо славянской национальности, там парень был, ну на вид ему 25, может 26 лет. Он был в форме
в черной форме, и на шевроне у него было написано «Спецподраздел Беркут». Вот. И вот этот парень, он был очень такой кровожадный. Он, вот он агрессивный. Он очень был такой вот, он, во-первых, он не слушал, да, он задает вопрос, сам задает вопрос. И сам отвечает. И он проводил активные действия в нашу пользу. То есть он играл с нами в игру «Затуши себя сам». То есть, ну, это мы ее так с Максимом назвали, но оно так и есть. Когда они пытались нам Одессу вспомнить, там, вот, происходящее в Одессе, он мне говорил, я тебе и в Одессу вспомню, я тебе и все вспомню. Я ему говорю, я в Одессе не был. Говорю, ну... Ну, ты ведь и к правому сектору никакого отношения не имеешь. Нет, конечно, и к наркоманам тоже я отношения никакого не имею. Да, я просто... Самое интересное то, что политически я был... нейтральным вообще такой человек, которому, грубо говоря, на тот момент мне было плевать, да, как, что, к чему. Я поддерживал едность Украины, да, и не скрывал этого. Максим поддерживал едность Украины. Но я был такой, шатковалка. Ты серьезные повреждения получил. Ну, если взять Максима, да, и меня, то я серьезнее только потому, что, не знаю, может быть, когда меня спросили, я мог соврать, так как у меня ни документов, ничего не было. То есть я мог соврать, сказать то, что я из Донецка. Но я сказал то, что ну, я из Житомирской области, из Коростя. И они такие, о, ха, Западная Украина. Я говорю, это не Западная Украина. Вы ошибаетесь. Они такие, рот закрой, лежи спокойно. Поэтому что это делали? Смешно. Что? Ну, стреляли. Ну, стреляли, да. Ну, вот. Показывали, на Максиме показывали молодым бойцам ДНР, как правильно нужно связывать человека, да, чтобы человек находился в доступном виде, да, как бы, и в то же время был неподвижным и, ну, как бы, показывали, как нужно правильно ломать руки, хотя пытались, показывали, но не поломали. Не Максиму, ну, на мне просто не про это то, что Максим рассказывал, что с ним делать. Со мной особо так ничего и не сделали. Человек зашел, просто сел надо мной, приставил мне пистолет к виску, и потом молча посидел, встал, подшел в дверной проем, встал, причем в состоянии алкогольного опьянения. Вот этот вот парень в форме Беркута, который был, он так оперся об этом и произвел два выстрела. Куда? Я почувствовал тепло в бедре, в правом, по левой ноге я вообще ничего не почувствовал. То есть, и все, я почувствовал так, тепло разошлось, и все. Я ничего не чувствую больше. И я понял то, что одна попала пуля, это точно. Вот. Ну, потом, как уже в больнице, потом оказалось, что обе пули попали. Причем он знал, куда стреляют, он знал, какие последствия этого могут быть. То есть не просто так, он не на авось стрелял. Поэтому как бы кость зацепила, но слава богу, уже кризис миновал. З полону Артема і Максима було врятовано знову ж таки завдяки дружині Ігоря Олеговича, нерідної матері Артема. Їй вдалося домовитись зі знайомим ДНРівцем. Потім лікарня в Донецьку, політ на лікування до Латвії. На закордонне лікування хлопці потрапили завдяки клопотанню рідних. Ось так його ще лежачого відправили на лікування до Латвії на початку серпня. Українські лікарі зібрали кістки пораненого по шматочках, але загроза ампутації залишалася. Незвісно, буду ли я ходити чи ні. Два огнестрельних ранення у мене, перелом бедреної кості, ножові ранення є. Не дивлячись на загрозу ампутації ноги, латвійським лікарям вдалося поставити Артема на ноги за 2 місяці лікування. Поки що він на милицях, але згодом жартує, буде танцювати. Ось він уже виступає в Юрмалі перед друзями і передає привіт рідним та коханій дівчині. О, медсестричка моя, як же далеко від мене, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес скорее тебя обнять.
14 жовтня Артем з зятем повернулись в Україну. Цю подію зафіксували декілька центральних телеканалів. Цей випуск новин сколихнув серця всіх знайомих, друзів, однокласників, вчителів, які дізнались, яких нелюдських страждань коштувало нашому Артему невлучне слава Україні. Ми праві. Тобто Україна права. Еще раз я убеждаюсь в этом. В том, что нет здесь фашистов и бандеровцев, как они говорят, да? А есть нормальные, адекватные люди, которые борются со своим... До Донецька актор лялькового театру вже не повернеться. Каже, буде влаштовувати життя у Дніпропетровську. А ще розповідає, що не жалкує за патріотичні слова, присвячені державі. Слава Україні! Героям слава! У Донецьк чайковські більше не повернуться. Вони переїхали до Дніпропетровську. Там облаштуватись їм допомагають добрі люди. Мы реально на сегодняшний день, практически наша семья живет за счет волонтеров. Сейчас только мы начинаем работать, потихоньку деньги зарабатывать. А так нам приходилось жить как-то и детям надо. Они были в Кременчуге у бабушки, у своей там, у жены, мамы. Они были там в Кременчуге. Вот. Надо было какие-то деньги отправить. Потом дочка старшая родила, у меня внучке 5 месяцев скоро будет. Вот. И как бы... Там надо было чуть-чуть помогать, а работы нет. Волонтеры, нам дом сняли волонтеры, они собрали средства, 10 тысяч, и заплатили нам за 3 месяца за дом. В Днепропетровске. В Днепропетровске, да. Сейчас, к примеру, дочери старшей с мужем ее, он тоже работает у меня в театре, и вот сейчас они практически работают. Им дом вообще бесплатно дали до весны. Нашли, люди поселили. Очень много вещей, очень много продуктов, очень много всего, и деньги те же самые, опять же, люди собирают. Вот так же, как в 4-й школе. Вот волонтеры. Если бы этого не было, то, честно говоря, я говорю серьезно, я же не знаю, как бы мы жили. Потому что мы, в принципе, лишились всего, мы остались нищими. Я же вам скажу так, вот, ну, посмеяться. Мой оклад в Национальной гвардии, как заместителя командира взвода, 989 гривен. То есть я даже не знаю, когда у меня день зарплаты. Фактически нам помогают люди. Вот в 4-й школе мы приехали, вы были в 4-й школе, вы видели. Люди собрали деньги, дети, и передали Артему там семье для того, чтобы помочь. А если бы я надеялся на свою заработную плату в Национальной гвардии, я не знаю, как бы я жил. По большому счету. Все за счет волонтеров. То есть оппоненты могут сказать, что вы пошли туда, потому что у вас было очень сильное желание участвовать. Потому что в войне. Я патриот, и те ребята, которые со мной вместе, они патриоты. У Коростені Олег Ігорович та Артем затримаються на 2 тижні. Зустрічаються зі старими друзями та родичами. За останній час вони стали дуже популярними. З ними знайомляться можновладці. Журналісти вистроюються в чергу, аби взяти інтерв'ю. В листопаді про Чайковських зніматимуть документальний фільм «Німці». Український композитор Євген Рибчинський спеціально для Ігоря Олеговича написав пісню «Невідомий район». Кліп на неї ви побачите пізніше. Артист навряд повернеться на війну. Здоров'я не дозволяє. Дуже чекає на визволення з полону товаришів. У одному з інтерв'ю він сказав, що тільки тоді збриє бороду. На Артема ж чекає тривала реабілітація. І він вже не дочекається, коли повернеться до улюбленої справи – лялькового театру. Для кого ви показуєте представлення і що це взагалі за… Начальна школа і дитячий сад до 4 класу. Це найблагодарна публіка в світі. А найголовніше – благодарна і найголовніше – іскренне, не обманеш її. А що за сказки ви показуєте? Що за представлення? Це мої авторські спектаклі. Тобто всі спектаклі, які ми зараз показуємо – це мої авторські роботи. То есть они написаны, они о правилах дорожного движения, о безопасности жизни, они о пожарной безопасности. То есть они обо всем, что необходимо ребенку уже знать для того, чтобы начинать свою жизнь. Чайковський обіцяє частіше приїздити до Коростеня і планує зробити щось хороше для рідного міста і школи. Хочеться вірити у те, що і зрештою коростенців, які на сході України, все буде гаразд. І ми знімемо ще не одну передачу зі щасливим кінцем. Можливо, це останній бій для нас.
за правду, за кохання, за Крим і за Донбас. На війні, як на війні, світлі ночі, темні дні, наші душі у пекельному вогні. Та кожен з нас до рання мир бачить у вісні. Невідомий район, під вогнем батальйон. Мама, все буде добре, я не здався в полон. Невідомий район, справжній Армагеддон. Мама, я повернусь, повернуся додому. Допоки маю змогу, я тисну на курок, бо нам до перемоги залишився лиш крок. Добре знає кожен з нас, що нарешті прийде час, буде мир, та командир дає наказ. Гвардійці всі до бою,